Всем здравствуйте! Стало известно, что сегодня Андрей Разин покинул страну. Продюсер не исключает, что больше не вернется никогда. В качестве нового места жительства скандальный продюсер выбрал Майами. В Москве у 58-летнего Разина было несколько квартир и загородный дом. Перед отъездом в Соединенные Штаты он решил распродать большую часть недвижимости. С молотка пустили не только загородный дом в поселке Московский и 4 столичные квартиры, в том числе 3 на Тверской, но и апартаменты в Петербурге. В собственности Разина остается коммерческая недвижимость в Сочи, судьба которой пока неизвестна. «В настоящее время живу в Соединенных Штатах, где работаю над новой кинолентой. Надеюсь, несмотря ни на что, в ближайшем будущем вы ее увидите», — обратился Андрей Разин к подписчикам. К большому сожалению, Разин оставил последнее пристанище своего сына Александра, который ушел из жизни в 2017 году от сердечного приступа в возрасте 16 лет. Продюсер не раз рассказывал о огромной площади, на которой Саша возводит памятник лучшие скульпторы и художники. «Памятник моему сыну стоит почти 3 миллиона евро. Это будет самое крупное сооружение в Европе. Мне только фундамент обошелся в миллион долларов», — рассказывал продюсер, подчеркивая, что его высота составит более 7 метров, а вес почти 300 тонн. Так что же сподвигло Андрея Разина на такой серьезный шаг, пока неизвестно. Будем надеяться, что продюсер в ближайшее время даст более подробные комментарии. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!